Елена Глаголева – коренная жительница Голицына. Она живет на Заводском проспекте, где находится порядка 7 частных домов. В зимнее время здесь буквально не пройти, не проехать. В прошлом году за зиму заезжал сюда трактор, ну, от сил там раза 4, наверное. Прочищал вот до тупика и все. То есть он один раз туда-обратно проедет, на этом все. То есть снег вообще не вывозится никогда. Улица практически не чистилась, говорят местные жители, убирали своими силами. Многие горожане пенсионного возраста, им приходится особенно непросто. Я чистил вот от домов, от 11 до вот этого места здесь, потому что пенсионеры чистить не могут. С утра прочищал, полтора часа ехал на работу и потом вечером. После обращения к губернатору Московской области и главе муниципалитета вопрос сдвинулся с мертвой точки. Оказалось, дорога переходного типа покрытия не была должным образом поставлена в план. Сейчас прошла паспортизация, поэтому включили ее в часть в Заводской проспект. Вот, и поэтому сейчас, значит, ликвидируем последствия снегопадов, которые были. В настоящее время вывезено больше 200 кубов снежных масс. Она очищена. Значит, обработанную пескосолянной смесью. Около 4 видов единиц техники полностью очистили подъездные пути. Глава округа лично убедился в качестве проделанной работы. Теперь дорога поставлена в план и будет обслуживаться регулярно, а уборку станут контролировать. Так что впредь автолюбителям следует аккуратнее парковать машины, заметил глава. Мне кажется, надо и переговорить с тем, кто ставит, потому что сейчас техника будет ездить регулярно, заденут машину, сами будут потом страдать. В связи с непростыми погодными условиями и обильными снегопадами рабочие и техника сейчас убирают снег круглосуточно. Все дорожные службы работают в усиленном режиме. Чтобы очистить улицы, привлекается дополнительная техника. Полина Бахова, телекомпания «Одинцова».